Вера Сотникова, актриса и телеведущая, одна из красивейших артисток российского кинематографа. Она завоевала любовь зрителей талантливо сыгранными ролями и разбила не одно мужское сердце. Детство и юность. Вера Михайловна Сотникова родилась в июле 1960 года в Сталинграде. Через год город переименовали в Волгоград. На первый взгляд обычная семья. Папа мастеровой на заводе, мама трудилась телефонисткой. В семье было двое детей, старшая дочь Галина и Вера. Родители сумели привить дочерям любовь к искусству. Девочек регулярно водили на выставки, в музеи и театры. Мама сочиняла стихи, которые декламировала в домашнем кругу. Отец писал военные мемуары. В школьные годы Вера участвовала в самодеятельности, выступала на вечерах и торжественных мероприятиях, читала стихи и с удовольствием играла в школьных спектаклях. После уроков Сотникова посещала кружки и секции. Окончив школу, Вера уехала в Саратов поступать в театральное училище, которое на тот момент уже окончила старшая сестра Галина. Она и посоветовала младшей попробовать туда свои силы, снабдив Веру отрывками из «Генри». Но поступить в театральное училище не удалось. Сотникова решила, что так распорядилась судьба, и вернулась в родной город, где начала усиленно штудировать французский язык. Она планировала поступить в Московский государственный университет. Через год девушка отправилась в столицу, и опять неудача. У абитуриентки не оказалось нужных медицинских справок. Документы у нее не приняли. До поезда в Волгоград оставалось много времени, и девушка решила его скоротать, попробовав силы в школе-студии МХАТ. На успех Вера не рассчитывала, поэтому и не волновалась. Сотникова успешно сдала экзамены и, выдержав немалый конкурс, поступила в мастерскую Олега Николаевича Ефремова «Театр». В 1982 году Вера окончила театральный вуз. Дипломным спектаклем стали «Три сестры», где Сотниковой досталась роль Маши. С 1984 года артистка служила в театре на Малой Бронной и изредка снималась в кино, так как главным для себя считала сцену. Потом, на несколько лет, судьба связала Сотникову с театром Анатолия Васильева, но и эти подмостки не стали последним рабочим местом Веры Михайловны. Она играла в театре имени Моссовета, МХАТе, театрах Луны и Романа Виктюка. Актрисе довелось воплотить на сцене героинь великих классиков. Она блистала в роли Маргариты из «Мастера и Маргариты» по роману Михаила Булгакова и Елены Андреевны из «Дяди Вани» Антона Павловича Чехова. Постановки Романа Виктюка Сергея Сидора Вера Михайловна воплотила образ возлюбленной Сергея Есенина, танцовщицы Айсидоры Дункан. Знаковым антрепризным спектаклем для Сотниковой стала постановка по пьесе Александра Володина «Пять вечеров». Фильмы. Творческая биография актрисы в кино стартовала в начале 80-х. Первую роль Вера сыграла в картине «Признать виновным», которая вышла на экраны в 1983 году. Дебют удался. Актрису заметили режиссеры, и с этого времени она регулярно появлялась в новых фильмах. Первые три года преимущественно в эпизодах. Подругу героя Александра Абдулова она исполнила в комедии «Самая обаятельная и привлекательная». Сотникова сыграла мачеху Ивана, героя Федора Дунаевского, в драме Карена Шахназарова «Курьер». Лента получила невероятную популярность у зрителей. Далее роли стали заметнее. В военном фильме «Государственная граница» артистка талантливо вошла в образ Ирины, жены лейтенанта Сушенцова. Декорациями к картине выступила настоящая старая погранзастава 89-го Брестского погранокруга, которую командование разрешило отдать съемочной группе, потому что к тому времени был построен новый комплекс. Яркий образ Фаины, жены дворника, героя Александра Панкратова-Черного, актриса воссоздала в политической драме «10 лет без права переписки», снятой по мотивам произведения Александра Кабакова «Подход Кристоповича». В
1990 году с участием Веры Сотниковой и Андрея Соколова вышла лента «Охота на сутенера», композитором которой выступил Игорь Тальков. Уже в молодости Сотникова получила статус самой красивой актрисы советского кино. Внешние данные знаменитость демонстрировала и в откровенных для того времени фотосессиях. Девушка снималась для подарочных календарей в купальниках. В середине 90-х с участием артистки на экраны вышел ряд фильмов. Особенно удачной для Сотниковой стала роль Августы Ли, сестры поэта Байроне. Лента была отмечена на международном кинофестивале в городе Салоники, а Вера Михайловна признана лучшей актрисой второго плана. С 2000 года актриса была занята игрой в сериалах, а в 2004 году Вера Сотникова сыграла главную роль в ремейке картины французского режиссера Эли Шураки «Слова и музыка». Артистка убедительно и психологически глубоко передала последнюю любовь женщины бальзаковского возраста. Яркая работа, фильмография актрисы, автобиографический сериал «Людмила» о жизни и судьбе Людмилы Зыкиной. Сотникова сыграла главную героиню, за что позднее получила номинацию на премию «Золотой орел» как лучшая исполнительница в мини-сериале. Ее партнерами по фильму стали Евгений Сидихин, Игорь Верник, Константин Соловьев. В образе молодого мужа легенды сцены, баяниста Виктора Гридина, на экране предстал Алексей Воробьев. Телевидение. Новой главой для артистки стало участие в различных проектах в качестве ведущей. Популярностью среди телезрителей пользовалась передача «Клуб бывших жен». С 2015 года актриса заняла место среди телеведущих шоу «Битвы экстрасенсов». Личная жизнь. В жизни Сотниковой было много мужчин. Вера объясняет это тем, что часто влюблялась. Все ее мужчины были разными, но в официальном браке Вера Сотникова была только раз. Ее первым и единственным супругом, от которого актриса родила сына Яна, стал Юрий Никольский. Молодой человек был на 5 лет старше своей возлюбленной и называл себя реставратором. Как потом выяснила Вера, Юрий работал дворником, но скрывал этот факт. Романтика и взаимопонимание исчезли из отношений сразу, как стало известно о беременности Веры. Муж неплохо умел тратить деньги жены, а вот зарабатывать у него не получалось. Жизнь превратилась в сплошные скандалы. Когда сыну исполнилось 8 месяцев, Никольский бросил семью. Вера вынуждена была оставить малыша с мамой в Волгограде. Девушка сосредоточилась на карьере. Позднее Ян Никольский получил образование за границей. Во Франции он отучился на кондитера. Было у Сотниковой и несколько гражданских мужей. Вскоре она познакомилась с немецким предпринимателем Эрнстом Пиндуром. Разница в их возрасте составляла 16 лет. Но роман растянулся на много лет, хотя и не перерос в полноценный брак. После нескольких лет скитаний и поиска заработка актриса, наконец, почувствовала достаток и защищенность. Эрнст подарил любимой квартиру в столице и обеспечивал ее семью. Но бизнесмен жил в Германии и не соглашался переезжать в Россию. Не могла переехать и Сотникова, так как в Москве ее держала работа. Разлука сделала свое дело. Вера встретила новую любовь артиста Влада Ветрова, но яркий роман продлился недолго. Вскоре в жизни Сотниковой появился певец Владимир Кузьмин. С 1993 года они жили в гражданском браке, и казалось, что личная жизнь Веры Сотниковой наконец устроена и налажена. Тем не менее, супруги не решились на рождение общего ребенка. Владимир к тому времени уже был отцом 5 детей. Несмотря на полное взаимопонимание и совместную творческую деятельность, Вера Михайловна сняла серию клипов для Кузьмина. Пара рассталась через 7 лет совместной жизни. Следующий роман Сотниковой, о котором писали в прессе, случился с продюсером Ренатом Давлетьяровым. Но свободолюбивый характер артистки вошел в конфликт с пониманием семейной жизни восточного мужчины, привыкшего, что за ним будет последнее слово.
После очередного выяснения отношений они расстались. Позднее избранником Сотниковой на 2 года стал молодой актер из Донецка Дмитрий Малашенко. Отношения закрутились практически сразу же после знакомства. Актриса была очарована спутником и даже подарила ему свое фото с любовным посланием, о чем рассказала в программе «Секрет на миллион». У Веры Сотниковой есть внук Максим. Мальчик вместе с мамой живет в Набережных Челнах. Его родители не сумели сохранить отношения и расстались, когда Максим был еще младенцем. А в 2020 году артистка стала бабушкой во второй раз. За свою эффектную внешность и недюжинную энергию Сотникова благодарит мать, которая, даже будучи далеко за 80 лет, оставалась энергичной женщиной. Практически до последних дней она продолжала петь песни, читать стихи и жить на полную катушку. Маргарита Петровна скончалась, не дожив до своего 89-летия, 4 дня. Это потеря, как и трагический уход из жизни отца и старшей сестры Галины, артистка переживала эмоционально. Сотникова по-прежнему удивляет поклонникам прекрасным внешним видом. Кажется, что время не властно над красотой актрисы. При росте 1,72 м ее вес и сейчас не превышает 62 килограмм. Вера не скрывает, что прибегала к косметологической пластике, которая позволила ей не беспокоиться о качестве макияжа. В 2021 году в выпуске программы «Звезды сошлись» актриса рассказала о своем романе с популярным в 90-е годы певцом Данко, настоящее имя которого Александр Фадеев. На тот момент Сотниковой было 28, а Фадееву 19. Для прекращения коротких и бурных отношений было несколько причин, среди которых негативно настроенная мама юноши и параллельная встреча актрисы с Эрнстом Пиндуром.